Самая молодая участница этого года. При этом она уже становилась победительницей новой волны. Правда, это было 4 года назад, и волна была детской. Будем надеяться, что и на взрослом конкурсе воспитанница новой волны не затеряется среди более старших участников. Ведь не зря же ее имя переводится как «Победа». Виктория Петрик, Украина! Вечер.
Спасибо. Браво! Браво, Виктория! Единый.